Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика «Русский киллер». Такой вот аккаунтик. Сейчас посмотрим, донатный, бездонатный. У доната хватает. 740, 774 тысячи, почти 800. А силушка такая. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим. Посмотрим, что тут есть у него. Находится он в гильдии Ермак, босс 20.00, 20.10, атака фортов 20.00, кража факелов строго по времени, прием в гильдию Телега Ермак. Дайте заявочки, вступайте, первые места, гильдия активная. Так, окей, с этим мы разобрались, вот такая у нас сегодня трата, и вот такой вот у нас сегодня Коля, причем Коля офигенный, ледяной феникс, студеный, все как всегда. В общем, будем ролить, пробовать. Так, смотрим, что у него по героям. 73-83. Ну, гаргула нет, да ладно. Это шок. Нет гаргула, командора, ледяного феникса. И рогатки, и бугимена. То есть, и Фрэнки нету. Фрэнки, бугимен, рогатка. Странный командор. Ну, командора, ладно, ледяной еще согласен. Но гаргул... Вот и здесь не то. Поехали посмотрим, что у него делается. Так, ну, отлично. Смысла не вижу в ВВшке. Супер, супер. Даже такое решение, в принципе, тоже неплохо. Так, ну, блин, с талантами, конечно. Хорошие талантики. Девяточка. Ой, я бы у Тикахо не бас скачал все-таки. Седна, супер. Ну да, тут по талантам вопросов нет. А вот по героям надо будет разобраться сейчас. Ну, я не знаю, гаргула нет. Это как... Возможно, он его слил просто. Поехали, попробуем. Попробуем вытащить. Студеный. Уже почти треть собрали. Нормально. Так, Тесса. Друид. Череп. Королева Гарпий. Суккуб. Ну, блин, интересно, сколько мы там уже студеных собрали. Еще ведьма. Какой-то заколдованный аккаунт. Жесть. Половину, блин. Да. Поехали. Ну, огник есть, в принципе. Что еще надо? Надо только пару недостающих героев. Скорее всего, аккаунт новенький, потому что силы очень мало с такими героями. Так, сразу же Нокфара падает. Сразу такая тишина. Кенди, ниндзя. Седна, ну блин. Посмотрите, как студеные падают. Тыква, тыква, атлант. Так, медузка. Опять ведьма. Да что такое-то, а? Давайте уже какую-то имбу, что ли. Хорошо, когда у тебя такие герои. Странно, что он силу не качает. Очень странно. Так, друид.
донатный аккаунт, и опять же, чем меньше героев, тем сложнее их выбить, это я уже не раз говорил, поэтому лучше всего вот это вот, как я у себя троллю, подождал пару дней капитан Дрейк, укротитель Дракула, пару дней подождал и по-любому будут его продавать, там уже осколками даже можно собрать. Ну, слизней мы собрали, 40к на слизни у нас ушло. Опять укрот. Ну, слизни у него падают хорошо. Махатма. Ну, Махатма вроде у него есть. Да, Махатма есть. Ну, рандомчик. Влад Дракула. Леди Лео. Профессор Рибет. Как только сказали, ну, рандомчик, сразу же начали падать легенды. Рино. Капитан Дрейк. ББшка, это жесть, ребят. Рыцарь. И шаман в итоге. Что я могу вам сказать? Ну, блин. Да, все круто, но... Это жесть, смотрите, даже вот эти не упали. Сердцеедка и смерть. Жизнь, боль. Такс. Такс. И такс. Ну, что могу сказать? Аккаунт классный. Но сегодня везет без доната, как и в прошлый раз, больше. Так, это мы собрали. Ой, себе. Давайте пооткрываем карты. Ну, такое. И Афинка. Не знаю, этот рандом вообще непонятен. На донатных аккаунтах, блин, падает, на бездонате просто тупо... Точнее, на донатных не падает, на бездонных просто сыпет на коллекционера. Так, а что у нас тут осталось? Карта вторая. И мешки, у него места уже не хватает. Ужас. Не понял, а там карту дают, карту ЗБшки даже дают. Да блин, у него тут такие герои, куда тут ему недостающих, посмотрите на этих героев. Блин, я не знаю, честно скажу, я бы на твоем месте не ролил, не тратил бы, тем более аккаунт хороший, собранный. Я просто самоцвет ему бы там либо прокачивал, либо что-то героям, какие-то таланты, даже не это, выбивать недостающих, ну смысла нет вообще никакого. Что по подземках? Ну, все подземки пройдены, все пройдено по ломах. Не пройдено только АИ. Вот даже так вот. То есть, ну, я, честно скажу, смысла особо не вижу на таком аккаунте дальше ролить. Тем более на русском сервере уже доказано, что у нас все печально. Уху, так, что-то меня аж на сон. А, мы, кстати, сейчас по КБшке посмотрим. Если он, конечно, бегает. 17 уровень, в принципе, походу недавно аккаунт создавался. Так, а тут он что-то забирает. Забирает руны отсюда. А скины нет. Странно. Ну, кстати, я всегда мечтал посмотреть на каком-то другом донатном аккаунте, сколько бронного облика. Все первое, я просто представляю, сколько надо. А, тут еще у него куча нету. Я просто представляю, сколько надо собирать.
У меня, в принципе, уже все собраны. Вот такой вот, ребят, роллинг. Блин, ну выпали крутые герои, но недостающих нету. Ничего не могу сделать. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.